джунглями у ичкерийских вождей стали плакаты. Вот вдумайтесь в них. Русские в Казань, татары, русские в Рязани, татары в Казань, ингуши в Назрань. Это очень провокационно, очень разрушительно, очень неприятно. Это российский лозунг. Русские жили, они веками рядом с нами, и русские были нам нужны, были русские очень хорошие врачи, очень русские учителя. Меня, например, учили русские учителя, благодаря их обучению, моя учительница Вера Ивановна Абросимова по русскому языку, я опять написал сочинение в МГУ на факультет журналистики. И также русские учителя учили наших детей, ничего плохого они нам не делали. Зачем их надо было выселять в Рязань? Теперь по поводу татар. Татар у нас было маловато, но даже татары и верцы наши. Ну зачем их обижать? А зачем обижать наших братьев ингуши? Пусть они называются ингуши, но это наши братья. Мы на одном языке говорим с ними. Зачем их было выделять? Зачем их было выдавливать? То есть все шаги, которые делали ичкерийские власти, были направлены на провокацию, на разрушение, на разрыхление, взлохмачивание этой политической ситуации, что было бы не на пользу, а во вред. Я только таким образом объясняю это. И им, на самом деле, они качали эту чеченскую лодку очень долго. Она не раскачивалась, она не заплескивала воду, она не захлебывалась, она не переворачивалась. Но все-таки им это удалось сделать.